Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем ежедневные наши награды. И я смотрю, меня понизили аж до лиги самураев 2 звезды. Ну куда это годится? Никуда, конечно же. Поэтому будем выравнивать ситуацию. Открываем вначале колоду бесплатную и смотрим, что нам здесь достается. А достается нам, по-моему, змей-ковьюн. Нет, это пульверизатор. Это именно он. Так, забираем здесь награды. Пройти серию испытаний. С удовольствием. Так, у нас... нам еще долго первый круг проходить. Возьму Макмана, Бакстера, Армагона. Плюс возьму-ка я, наверное, двух хилов. Потому что нужно залечить здоровье. Сам видишь, да, они у меня покоцаны маленько. И не хочу рисковать. Так, ну что, Зэк, пора тебе, наверное, отдуплиться. Так, все-таки я делаю в первую очередь хил. Не будем уклоняшку тут врубать. Замечательно. Так, ну естественно Зэк бросает свою бомбочку. Правда, замедляшка, я смотрю, не сработала вообще ни на кого. Так что мы в топчике. На тебе. Ну и что ты, Лео, давай тогда ураганчиком. Ты-ди-ди-ди. Добили. И этого тоже добили. На вторую волну, прямиком. Не оглядываясь, как говорится. Хан, пиццелицей, саблезуб. Валунчик хотите? Значит, получите. Угу. Пиццелицей и саблезуб выжил. Упал. И этот тоже упал. Все, ребят, серию испытаний прошли. Ну и, соответственно, двигаемся дальше. Сейчас будем искать элементы. Для кого? Наверное, для кожеголового. По-моему, там нам еще много чего нужно найти. Ну-ка, где-то у меня. И, кстати, ему нужно будет поднять уровень, чтобы у него стал 80-й, конечно же. Так, что нам не хватает? А нам не хватает всего лишь 10 ящиков с инструментами. Я думаю, что мы сейчас быстренько это все найдем. Так, это второй ящик, получается. Третий. Ну, давай здесь попробуем найти. Четвертый. Так, пятый, ровно половину уже нашли. Шестой. Седьмой. Ну, седьмой. Да что ж ты будешь делать? Восьмой. Да ёк-макарёк. Восьмой, девятый и последний ящик. Десятый. Кстати, 29 июля, ребята, у всех подписчиков, не у подписчиков, а у всех блогеров, ну, короче, кто на ютубе, у них будет отменено скрытие своих подписчиков. То есть 29 июля все могут увидеть, кто желает, сколько у меня подписчиков. Ну, заранее скажу, не расстраивайтесь, что их так мало. Так, ну что, друзья мои, взяли мы с вами сундучки, сколько нам нужно было, и прокачиваем. 2500 всего лишь-то. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Второй уровень, ребята, получили. И у нас получается вероятность 65% получить 75% от нанесенного урона в виде ХП. То есть, ну, практически больше, чем в 50%. Где-то процентов 70, да, получить вот такой вот шанс. Ну что, забираем здесь тогда награды. И поднять уровень персонажа, естественно, это все будет уже после того, как мы пройдем нашу турнирку. Так, а здесь, ну здесь я не знаю, ребят, что проходить-то? Да, наверное, ничего не будем, или как? Ладно, посмотрим, вначале мы пойдем все-таки на арену. Лига самураев 2 звезды, смешно просто. Ладно, мы пока будем драться своими силами. Тут я вижу 43-45 уровень. Надеюсь, мы сможем справиться. Так, хорош тут. Окно открыто, что-то тут автобусы. Надеюсь, вам этого не слышно. Памс. Давай гранату бросим. Так. Минус корейка. Да ладно. Бибоп не упал. Ну-ну-ну, куда-то, родной. Успокойся. У Кейси было сопротивление. Да они промахиваются просто. Или минимальный урон наносит нам. Ну и что же, Ванька, будешь падать? Нет. А так? Упал. Ну-ка, Бибоп, давай своего гранатомета. У него, кстати, гранатомет какой-то был детский, ты заметил? Как будто игрушечный. И выстрелил с него и полетел.
Это мне сразу вспоминается, как этот рок стадит, разбегается, потом падает и своим рогом бьет по ногам противника. Ну, что у нас тут? Нет, давай ко мне 14-18. Хорош уже тут. Вот, кстати, было. Было, есть и будет. 47-45 уровень. Ну, я тебе скажу, это мелочи жизни. Для нас это вообще ерунда. Ну что, мы прибыли. Так, Дони. Вначале, наверное, я все-таки задебафию их. Теперь попробуем сделать вот так. Вызываем Бибоп с Рокстеди. Дони не упал, но его нужно валить в полюбаську, я тебе сразу говорю. Минус хил. Надо же, Мондогека бросил пробирку. Я думал, что он будет хилять. Он обычно... Не хилять, точнее, а ускорять. Ускорять свою команду. Он обычно это делает. Так, кабаны успокоились. Причем здесь два. Разносолые наши. На тебе. Упадешь у меня все равно. Так, пробьешь его? Красавчик. Худенький завалил жиробаса. Вот так вот. Ну что ж, давай смотреть. Сегодня, вообще сегодня, докуда мы дойдем, как думаешь? Я думаю, до сёгунов, наверное, две звезды. Это точно, а может быть даже и до трех. У нас же все зависит от того, как пойдет увеличение, повышение по кубкам и по ступенькам. Сколько ступенек мы будем проходить. Тут даже, с одной стороны, кубки ничего не решает. То есть кубков у нас может быть 14-18, а ступенек мы можем проходить от 10 до 15. То есть минималка, например, 10, максималка 15. Соответственно, если у нас выпадает на 15 ступенек, соответственно, мы продвигаемся быстрее. И даже не зависит, сколько у тебя кубков в этот момент. Вот такие вот дела получаются. Ну что, 42 уровни против 55-х. Неплохое соотношение, если честно, совсем неплохое. Так что будем бомбить. Поехали. Ну, давай тогда торнадо огненное. Так, неплохо. Крик. И, наверное, массовая атака от Донателло. Шикарно. Ты смотри, добил все-таки. Молодец, красавчик. Всех отправил к праотцам. Ну, соответственно, мы тогда продвигаемся. Продвигаемся мы на 70-ю позицию. То есть, получается, ну, грубо говоря, 19 ступенек мы пролетели. Не очень много, конечно. Но это лучше, чем 15. Согласись. Раз, два, три, четыре, пять. До сих пор 55-й уровень у нас. И до сих пор 45-й противники. Так что есть пока, ребята, неплохие шансы нам здесь буститься. Рафаэль бросает. Отлично, пол хп сразу у всех. Плюс Майки бросает свою бомбочку. Ну, бомбочка не прокачана, поэтому урон будет не очень мощный. А вот Лео сейчас, наверное, добьет всех остальных. Нет, Дони выжил. Но вот эта вот бутылочка, это, конечно, топ. Даже с ним, если честно, не страшен никакой хил. Почему? Потому что мы блокируем вот этой вот баночкой, когда он взрывает ее. Блокируем возможность от хила. Так что... Единственное, что если, например, у него будет Микеланджело, который снимает дебафы и хил, тогда да. Тогда он может просто снять со своих, как говорится, компаньонов вот этот дебаф. А Майки уже в этот, точнее не Майки, а хил, например, уже после этого сможет захилять всю команду. Но это надо еще умудриться так сделать. Ну что, давай косюрики, наверное, запустим. Тем более у них, а нет, есть хил. Хил у них есть. Сплинтер, как ты меня вот... Давай, наверное, все-таки Леонардо возьмем в разработку. Так, Лео, давай жги. Угу, отлично. Так, массовая от Рафаэля. Еще минус один. Крис не попал. Давай-ка битой. На тебе, прям в лицо, прям в пачу ему звезданули. Пробьешь, Майки? Красавчик. И давай, клан футовца. Откуда он его достает, этого чувака? Такой, представляешь, да, стоишь в драке. Оба-на, откуда-то сбоку клан футовца вытянул и запустил его во врага. Смешно, конечно. Ну что, с 50-й на 28-ю.
позицию мы переместились. Давай-ка попробуем еще найти 15-19, потому что до этого было. Ну вот, уже, ребята, 50-49. То есть приближается к нашим уровням. Тем более Хан на 49 уровне, скорее всего, будет сейчас ходить первым по инициативе. Я не знаю, Майки сможет его переплюнуть? Ну, вряд ли. Да, Хан все-таки ходит первым. Ну что же, я, наверное... Блин, тут и Лео. Давай попробуем так сделать. Ну, немножко, да. Немножко бы отняли хп. Почему его нужно в первую очередь, ребят? Иначе сейчас он будет хиляться. Он, наверное, все-таки успеет, да? Ай-яй-яй. Ну, само собой он будет хилять. Этот делает точный удар. Блокирует мне способности на отхил. Что очень, ребята, плохо. Непал, там у кого-то контратака, что ли? Да хорош. Так, ну-ка, плюху, если бросим. Как он бьет-то, мощь-то, посмотри. Блин, это еще и защиту поставил. Слушайте, ребят, что-то мне не нравится положение наших дел. Ну, от слова совсем не нравится. Ну-ка, давай попробуем, наверное, бафнуть. Окей. Так, сплинтера, стоит ли его трогать? Ну давай попробуем поджарить, фиг его знает. Может быть, постепенку повесим на него. Есть, постепенно урон повесили. Чего они докопались за моего Майки, а? Давай, Рафаэль, жги. Красавчик. Давай массовую. Постепенно урон, отлично. Донни, сейчас точно, ребят, кого-то у нас шлепнут. Серьезно говорю. Ну, стрельный ты, пробейте вы его, ёк-макарёк, ну, надеюсь. Вот хватит ли этого на постепенно, не знаю, ребят, давай тогда все-таки. Ну-ка, бросай эту пиццу. Ну, добей, пожалуйста, Майки. Все, по-моему, сейчас. Фью, ты видел, сколько было у Леонардо здоровья? Там плюнуть на него было, и все, ребята, он бы рассыпался, но... Слава богу, все получилось. Прекрасно. Переживаю просто из-за своих бойцов очень сильно. В принципе, я всегда за них переживаю. Ну что, нет, 15-19, давайте ко мне. Уже 50-й, 49-й, уже, ребят, ну, тут начинается уже опасность. Так как уровень приближенный к нашему, и надо уже... Ну, брать хоть какого-то сильного бойца, чтобы он смог сделать первый удар и нанести мощную атаку, оставив их с минимальным хп, а может быть даже кого-то вообще просто уронив. Так. Давай минус Донни. Бросаем баллончик. Шикарно. Вот так вот. Но смотри, кожеголовый, ребята, 50-х уровней не завалил всех. Он оставил им все-таки немножко хп. Хотя прокачка у него почти по фулке идет. Именно вот этой массовой атаки. Ну что, ребят, Сёгун, одна звездочка. Выбираем. Может быть, дадут все-таки 15-20? Нет? Не хотите? Ладно. Давай возьмем вот Андрюху. 49-48. Ну, здесь уже пониже. У них уровень. Я не знаю, почему у них снизился левел. Такого нам дали противника. Ну, что же я могу сказать. Нам только в плюс это идет. Сделаем массовую. Допустим. А теперь сделаем. Так. Муху нам надо уничтожить. Желательно побыстрее. Все. Постепенный урон. На всех! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Похоже, все, ребят, похоже, сейчас кто-то у нас сдуется. У нас нету, кто бы смог снять с нас дебафы, к сожалению. Блин, горелый, а. Как тут сделать-то?
А, нет, это не хил, это у нас иммунка. Ну давай хоть, я не знаю, этого-то бомбанем, блин. Я специально, друзья мои, доводил их до такой кондиции, чтобы у них было мало-мало-мало хп. И я думал, а пройдет ли постепенка по их здоровью? И она прошла. И она прошла, и это круто. Так, ну что, 64-я позиция. Давай выбирать. Ну, давай, наверное, вот эту команду. Так, кто у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять. Вот так будем. Ну что, поехали. Начинаем, естественно, с массовых. Неплохо. Теперь вызываем крыс. Ты чё, крысиный кроль? Ты красавчик. Просто взял вот, тюх, и наказал. Но у него уровень, правда, какой там был, 70-й. Но все равно это зачетно было. И продвигаемся дальше. Так, 64-я позиция была, становится 43-й. Блин, почему они не дают мне 15-20? Хм. Вот. Нашел. Выкручивал. Раз, два, три, четыре. 55-й, 54-й. Слушай, на самом деле это уже... это уже не смешно, потому что мы приравнялись по уровням. Я поэтому взял Усаги. И мне кажется, что, наверное, его одного тут и хватит, чтобы всех положить на землю. Да, Усаги? Конечно, конечно. Усаги очень редненько нас подводит с такими вот слабыми бойцами. Это он на сильных может, да, еще сфейлиться. Но здесь это, как говорится, исключено. Хотя рандом есть рандом. Ну что, давай, 15-20. Не надо мне тут на попятную идти. Так, 55-й уровень у наших противников. Ну давай сделаем так, через Ваньку сыграем. Ванька, естественно, наверное, будет первым у нас ходить. И, соответственно, сейчас зарядит залпик. По красоте. Что же я могу еще тут сказать? Всех ушатали, уложили. И продвигаемся дальше. Блин, я думал, сейчас, может, перейдем все-таки, но нет, чуть-чуть не хватило. 21 ступеньку мы перепрыгнули. А если бы было бы 25 ступенек, то мы уже перешли бы в лигу сёгунов. Две звездочки, да? Ну что, паутинка? Теперь еще одна масуха от Шархана. И добьешь, Карайка? Блин, я не то нажал, надо было массовую это делать. Что это? Одиночную атаку-то произвел. Ну, показывайте мне результат нашего поединка. Да я уже думаю, что да, мы перейдем все-таки. Две звезды, 5 ступенек все лишь нужно было. 87-я позиция. Ну что, план на сегодня я выполнил. Давай дальше, может быть, перейдем. Хотя вряд ли. Ну, хотелось бы на 3 звездочки перейти. У нас просто бойцов маловато уже осталось. Но зато 70-ники. То есть можно уже не волноваться. И без подстраховки всех эти. Они сами по себе уже довольно мощные, крепкие. Так что не стоит переживать. Начнем с Кунаев. А дальше Шреддер со своей массовой. Осыпались, остался только Сплинтер. Ну давай его лучом, наверное, добьем. Все, все, осыпался парень. Прекрасно. Так, теперь смотрим итог нашего поединка. 87-я была, 69-я. Да, скорее всего, не получится перейти сегодня. Очень хочется, но вряд ли получится. Раз, два, три, четыре, пять. Тем более бойцы заканчиваются. Так. Ну что же, бросаем бомбочку.
А давай я, наверное, баф повешу на себя. Нифига у него медаль там на груди, ты видел? У Криса Брэдфорда на грудаке там медаль такая. Чуть ли не с его голову. И любитель, он сам себе любит, ребят. Видели, как он мышцы свои целует, бицепсы? Так, 69-я была, остановится 51-я. Ну что ж, почти половину мы прочапали. Дайте мне 16-21. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, грубо говоря, еще два поединка у нас остается. Этого не хватит нам, чтобы пройти. Наверное, в Лигу Сёгунов Три Звезды. Но, тем не менее, хорошо повоевали, подрались. Чух. Добивая ракетами, чего уж там. Не будем мы на них тратить супер мощную атаку. Хватит такой средней. А при чем здесь усиление блока? Вот у них там пишется усиление блока, усиление блока. Почему усиление, если наоборот мы пробитие как бы сделали? Так, 34 место. 16-21. Раз, два, три, четыре. Пять. Это последний поединок на сегодня на арене. Ну что, погнали, шипы. Так, и добивка. Все, вообще быстро. Ну, правильно тут, считай, ребята, топовые бетсы стоят. Ну, можно, конечно, Донателло из этих топов убрать, потому что он полутоповый. Именно я беру по массовости атаки. То есть, чем мощнее атака, тем топовее персонаж. Донателло, как бы, он туда вообще не входит со своими сюрикенами. Ну что, вроде бы все, ребят. Тут один Рафаэль остался. Я не буду из Рафаэля брать 4 отката. Перебьюсь. Так, смотрим, набрали ли мы... Да, нам хватит мутагена, чтобы перевести кожеголового на 80 уровень. Соответственно, забираем здесь награды все. Так, дальше что я хотел? Дальше я хотел пойти... Стоп, подожди, что там? Опа! Жетоны. Друзья мои, жетоны обязательно. Обязательно нужно фармить. Потому что уже давненько мы не приобретали ДНК на наших бойцов. А именно мы прокачиваем слэш, насколько ты помнишь. Так что жетончики это святое. Тем более здесь 200 жетонов в общем количестве. Нам как раз должно хватить на покупку 3 ДНК. Ну, давай. Понижение атаки это уже плюс. Когда висит на враге какой-то дебаф, да, понижение атаки, понижение брони, это всегда хорошо. Это уже ты на голову, как говорится, выше своего противника. Особенно если у тебя нет никаких дебафов. А наоборот, если на тебе висят положительные бафы, то это вообще топово. Так, начинается вот у змейковен этот бзик. Он начинает уже сразу же. О, хорошо прописали. Он начинает нас дебафить, но, видишь, ничего у него не получилось. Так, а последний поединок я, наверное, своими ручками сам отыграю. Так, 80 жетонов и последняя соточка. Погнали. Сейчас будем его клепать. Во-первых, тройной укус, да, делать надо сразу. Сила воздействия. Еще, сразу дебафить начинает. Давай, Армагон. Тройной укус ему, пожалуйста, сделай. Раз, два, три. Пол хп отняли. Еще начинает чудить. Броню теперь понизил. Ага. Так, Джастин. Давай, наверное, так вот. Ай-яй-яй, слабовато. Ну, добиваем. Пух. Все. Все. Прошли. Соответственно, забираем 100 жетонов. И что у нас там выходит? 700 с лишним, по-моему, да, должно быть? 700 с лишним жетонов. Идем в магазин сразу же, в предметы. Сюда.
Вот он, слышь, 785, как раз нам хватает. 58 ДНК, да. Как он долго прокачивается, а, друзья, этот, слышь. Ну что, на турнирку теперь? Ой, на турнирку, на испытание. Девичью силу расклепать, что ли, я не знаю. А, давай девичью силу возьмем. А что возьмем? Мы же с закрытыми глазами, ребят, можем это все проходить. Верно? Конечно. Просто не напрягаясь. Насколько я помню, мы эту девичью силу вот так вот на автобое всю проходили. От курочки до курочки. Так что, если они там что-то надеются сделать, то вряд ли у них что-то получится. Тыч. А тем более здесь 10 уровни. Они вообще нам на один зубок. О, эти дроны плюс училки. Ну, вообще-то училки тоже дроны. Они же все как бы роботы. Даже не сомневался, не на микродозу, что мы здесь можем победить. И второй поединок, и третий, и четвертый. Вообще во всех боях, что здесь предстоят. Опять же повторяю, ребята, проходим мы здесь ради того, чтобы фармить жетоны. Не более того. На самом деле эти вот эти вот испытания, они мне уже, ну, не нужны. Потому что все здесь у нас получено. Здесь все бойцы, которые разыгрываются, они у нас прокачаны по фулке. Поэтому я как бы принял такое решение, что мы будем проходить эти испытания для того, чтобы фармить жетоны. Да, пускай их там не очень много, но тем не менее хоть как-то приближает нас к прокачке наших бойцов. Таких как Слэш, такие как Кролики. В общем, бойцов-то еще много, которых нужно прокачивать. И вот этим самым забегом мы просто с тобой, чем дальше мы проходим, тем больше вероятность у нас получить жетоны. На данный момент у нас, ну, видишь, 25 это максимум будет. А где-то вот уже 40 или 35, это я считаю нормально. Даже если пускай неудачная попытка, как бы, ну, что тебе не выпадет жетон, а выпадет какой-нибудь персонаж, ничего страшного, ребят. Персонажа мы можем разобрать на составляющие. Жалко, конечно, что во многие игры вот обмены всякие поставили, да? А вот именно в черепашках не поставили. Я бы тоже хотел, чтобы излишки, например, ДНК или сюрикенов, да, или еще чего-нибудь, можно было бы обменивать на нужные для тебя ДНК. Вот это было бы, конечно, полезная вещь. Потому что во всех играх присутствует рынок или какой-то обмен. Здесь же почему-то его нету. Я не спорю, что игра давно не обновлялась. Конечно, тут ничего не поделаешь, что дело разработчиков. Хотя от их же компании те же самые драконы-всадники Олуха, она почему-то, ребята, до сих пор еще ими поддерживается. То есть она и обновляется, и они добавляют новых драконов, добавляют всякие события. То же самое я могу сказать тебе и про мир юрского периода. Это тоже игра от этой же компании. Но вот с черепашками почему-то они завязали. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с контрактами на, не знаю, на авторские права. Может быть, такое вполне. Но компания довольно неплохая. И вот качество исполнения игр, я считаю, что у них чуть ли не одна из лучших в плане даже прорисовки, детализации, ну и самой, естественно, задумки. Так что как бы к ним претензий никаких нету. А многие спрашивают, а почему ты, Рэй, не прекращаешь играть в нее, если у тебя есть уже все персонажи? Ребят, ну мы же договорились, что мы прокачиваем всех полностью. Всех полностью. По всем параметрам. Начиная от уровня и кончая скиллами. То же самое касается и Tower Conquest. Да, у меня уже там почти 200 телепорт. В принципе, можно было бы завязать. Но мне очень хочется прокачать всех персонажей до 5 звезд. Ну, знаешь, это как бы тебе сказать, челлендж такой, что... Причем не взломку, не взломку, ребята, а именно своими силами. Не спорю, очень много времени на это уходит. Первая серия по Tower Conquest, как мне написали, у меня вышла 5 лет назад. 5 лет назад. Ну, я, конечно, не говорю, что я каждый день играл. Есть, были большие перерывы, там и по полгода.
там по 3, по 2 месяца. Но тем не менее, в совокупности первая серия была 5 лет назад. И у меня практически, не то что практически, у меня все персонажи есть. Даже Сунь-Кунь, который новенький у нас появился. Но в прокачке отстают очень-очень многие. И вот такое вот желание, что здесь прокачать всех по фулке, что там. В юрском мире, конечно, ребят, тоже хотелось бы всех динозавров получить, но прокачать их всех, мне кажется, это нереально. Тем более, опять же, повторюсь своими силами, не взламывать, не донатить, ну ничего такого. Понимаешь, да? То есть не покупать там где-то какие-то паки. Вот в этом вот случае я тебе говорю, все своими силами. И именно игры, которые идут на телефон, да, вот они все такого характера. Фармить, фармить и еще раз фармить. Вот без этого, ну, просто никак. Многие просят еще вернись в Hustle Castle. Я уже, по-моему, по этому поводу, ребят, вам писал. Я не знаю, что там нового, конечно, обновили. Я уже 1000 лет там не был. Мне кажется, мне там делать нечего просто. Там рулит донат. А тем более, так как у нас сейчас в данный момент донатить вообще нельзя, я думаю, что наши игроки, именно наши бойцы, да, даже если там топовые какие-то, не, может быть, у них, конечно, есть свои лазейки пополнения там счетов и тому подобное, но очень будут проигрывать тем же самым, например, европейцам, да, так как они могут донатить в игру, а ты нет. То есть тут идет очень большой противовес. То есть ты можешь, конечно, много чего добиться своими силами, но опять же, я тебе говорю, на это уйдет очень-очень-очень много лет. Не дней, не месяцев, а именно лет, годов. Так что именно только из-за этого, ребят, я и не хочу туда возвращаться. Многие еще просят поиграть, например, там зомби-война, да? Друзья мои, мы уже там получили, ну, все, что можно. Мы все достижения, ну, почти все достижения, за исключением, по-моему, одного зомби мы не нашли в наш дневник. А остальное все сделано. Мы на арене были топовыми, мы в событиях брали топовые места, мы все там сделали. Мы все челленджи там выполнили, там, я не знаю, что там еще можно делать. Все бойцы у меня прокачаны по фулке, ты сам это прекрасно видел. Что еще можно там? Единственное, что я хочу, ребят, то, что они добавляют туда новых бойцов, это ровным счетом ничего мне не дает. И вам, кстати, тоже. Для меня больше и приемлемо было бы, если бы они поставили туда новые этапы. Там же, по-моему, 7-й, по-моему, максимальный, да, был? Да, 7-й уровень, это был последний. Так добавьте вы новый, 8-й. Да, я не спорю, мы уничтожили космический корабль, который, как бы, был причиной вот этого вторжения, да, причина это уже там начали появляться зомби. Ну так вы сделайте какое-нибудь другое ответвление. Там, пускай не пришельцы, а что-нибудь другое будет. Там, я не знаю, там, какие-нибудь варвары или мутанты там, да, появились, блин, после этого дела. И начали битву. Тем более, насколько я понял, когда они делали конкурсы на новых бойцов, у них там этот комьюнити, он просто был забит. Там столько желающих туда, столько отправили вот этих вот заготовок, картинок и как бы этих масштабов новых юнитов, бойцов, что там можно целую игру новую сделать. Могли бы даже вторую часть сделать по этой игре. И то был бы прогресс лучше бы. Игра топовая на самом деле. Я имею в виду вот «Вперед на зомби войну». Я про нее сейчас говорю. Но нет, сидят там, сопли жуют, на кулак наматывают. В общем, никакой заинтересованности. А то, что они бойцов новых оставят, туда можно миллион, ребята, новых бойцов поставить. Толку от этого не будет. Абсолютно. Ты дошел до предела и все. Также тут вопросик был по поводу Unkillet. Типа, 3 года назад я обещал, типа, продолжить. Друзья мои, ну, давай так скажем. Чтобы продолжить игру Unkillet, там есть определенный уровень, до которого ты можешь дойти именно с тем оружием, которое у тебя есть. Я дошел до того уровня, где мое оружие просто там ничего не значит. Я не могу нанести нормальный урон. Для того, чтобы приобрести новое оружие, нужно либо очень там бегать, искать эти жетоны, да, открывать ящики, чтобы тебе выпало хотя бы одна карточка на шару, и то
она ничего не решает, потому что их там нужно 250 карточек, чтобы собрать более-менее какую-то пушку. Еще при этом нужно будет ее прокачивать, а это еще нужны будут такие же карточки на это оружие. То есть это очень-очень долгий прогресс. Конечно, в магазине можно было бы купить пуху какую-нибудь там, да, задонатить там 1000 рублей, купить офигенную пушку, пройти там еще 5 уровней до определенного момента и еще потом донатить. Но сейчас ты и этого сделать не можешь, потому что запретили покупки в магазине. Все, тупиковая ситуация. Да, я не спорю, я прозевал эту вспышку, но я же не знал, что так будет. Я думал, ну, куплю когда-нибудь, когда будет лишняя денежка. Но этого не случилось. Не было у меня лишних денежек, хотя сейчас и подавно. Сейчас я... Кто-то меня упрекает, а почему ты не донатишь в Дракон Всадники Олуха? Так потому что нельзя этого сделать. Нельзя купить премиум пак. Нельзя его взять, даже Фил Климби его нельзя сделать. Его нельзя... Любую игру, которую не возьми, ее нельзя сделать. В некоторых даже нельзя просмотреть рекламу. Понимаешь? Чтобы получить хотя бы халявный какой-то бонус. Вот и все. Это не моя вина. Я, может быть, и рад где-то что-то как-то упростить и что-то сделать лучше. Но я не могу этого себе сделать, позволить. Так что, ребят, не обессудьте. Вот так вот получается у нас. Так, ну что, давай мы тогда... Мы же пробежались. Теперь хватит у меня там хоть что-нибудь пофармить. Ну, есть малька. Сколько у нас тут? 40 жетонов, вот, максимум. 8 сыра я трачу за одну попытку. Камень, талик... Эйприл Кунаичи и серебряный осколок в игре Черепашки-ниндзя Легенды. Наконец-то 40 жетонов выпало. Ну что, друзья, на сегодня, подожди, на сегодня. На сегодня мы еще можем кое-что сделать. Например, кожеголовый. Так, ловушки для маузеров. Так, одна есть. Ну, пиццы не так много, конечно. Так, вторую нашли. Так, и последняя попытка, по-моему. Все, больше не могу сделать. Да. Ну что, а теперь, да, уже действительно пора закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.